Всем привет, с вами Прио. Относительно недавно появилась информация о том, что 28 числа для наших серверов 29 ноября выйдет контент Анторуса. Откроется Анторус в сложности обычной и сложности героической. В этот момент уже нужно будет закрыть 15-й сундук, 15-й ключик по эпохальным ключам с целью получения увеличенной награды 6 декабря, в день моего рождения. Потому что откроется мифический Анторус, и мы уже начнем получать увеличенные награды с подземелий, с эпохальным ключом. То есть, закрывая 15-е ключи с момента выхода мифического Анторуса, мы будем получать вещи с самих ключей, либо 935-е, либо 940-е. А с недельных сундуков при закрытии 15-го ключика мы будем получать либо 955-е, либо 960-е вещицы. На самом деле, точной информации пока что нету, но примерно как-то так это будет дело выглядеть. Верим, надеемся, ждем. Собственно, до выхода Анторуса в обычной-героической сложности 3,5 недели, до мифической 4,5 недели. Откладывайте свои дела, берите отпуска и делайте топ-прогресс, какой только возможен. Весь прогресс мною будет стримиться. У нас есть некоторые планы на Анторус, на самом деле весьма очень хорошие. И вам это дело все понравится. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачных врывов. Ставьте лейку, делайте подписос, берегите ноги. До скорого!